Всем привет! Мы решили сегодня поехать на наш участок, пожарить шашлыки и посмотреть, в каком месте посадить елки. Потому что... Вернее, куда пересаживать наши сосны. Да, сосны. Мы связались с агрономами, они нам посоветовали именно пересадить елки в конце марта. Мая. В конце мая. Да, в конце мая пересадить елки. Вот сейчас нам нужно будет поехать посчитать именно точное количество елок и посмотреть, где у нас будет точно стоять дом, потом времянка и туалет уличный временный. То есть это мы сейчас все там посмотрим, на видео снимем и пожарим шашлыков. А еще нам сейчас архитектор разрабатывает проект дома. Мы заказали два варианта. Тот, который мы хотим, и с наименьшим количеством комнат на случай, если максимально бюджетно понадобится. Да, потом вам покажем этот проект, выложим, где мы все хотим расположить. Будет очень интересно. А мы едем на наш участок. Приехали на наш участок, хотели траву покосить, а наши лежачая смысла нету. То есть она подождать хотя бы лето, чтобы она уже поднялась, там новая, ее скосить, потому что такую лежачую они не берутся косить. Ну, сейчас как раз посмотрим, где елки пересадить, какие места. Посмотрим забор. Надо, видите, подсыпать на забор, потому что когда они приезжали, они как бы все сделали. За сезон она это ушла вся, особенно там, где... Немножко осела. Осела, да, надо будет засыпать. Это с того года осталось еще. Щебенка. Щебенка надо засыпать. Вот так вот, прикольно. Интересно, слышно сейчас, как это в лесу щебечет? Птички чирикают.
Я думаю, должно слышно быть. Да. В общем, по поводу елок. Цена сейчас на сегодняшний день, цена елки получается 10 тысяч. Если вы, допустим, приезжаете, ну, где их выращивают, как это называется? Ну, питомник какой-то, блин, я забыла, как это обзывается. Питомник, да. Там получается, вот вы покупаете елку, отдаете за нее десятку и 30% от стоимости. Это та сумма, которая, за которую они приедут и посадят вам ее. А в нашем случае они просто приезжают, допустим, посмотрели елку, она метр, полтора, либо два метра. Ну, в основном это двухметровые, потому что они выросли. Они посмотрели эту, ну, сложность, оценивают ее там в 10, там, в 11 тысяч. И 30% от стоимости рынка нам говорят. Ну, ну по сути, это выходит 2500 одна елка, чтобы ее пересадить, удобрить ее, удобрить точнее, и чтобы она росла и не погибла. Потому что, видите, нам эти идиоты пересадили в том году. Вот мы вызывали. Ну вот парни. Две маленькие, вот эти, которые зелененькие, они были здесь, они здесь и росли, а остальные вот все пересажены вот в таком состоянии теперь. Да, вот они вот попересажали полудурки эти, и вот оно все позасохло. Теперь мы обратились к специализированным людям, ну, кто на этом специализируется, на этих елках, соснах. Вот теперь они будут нам пересаживать их. Вот сейчас мы посчитаем количество их, и уже будем узнать сумму. Сегодня приехали на наш участок, чтобы идти пожарить. Трава еще не выросла, вся еще лежит. Красивый вообще вид. Сейчас будем смотреть, где елки посадить. Вид вообще бомба. Птицы щебечут с леса. Вообще шикарно. В общем, мы пришли на второй участок, который здесь у нас находится. Здесь, конечно, дороги нету. Раздолбанная, никто ничего не хочет делать. Вот она какая лужа грязи. И туда вот дальше. Там у нас участок стоит. Ну, вот мы не знаем, продавать его жалко. Скорее всего, там просто поставим забор и сетки, какую-нибудь времянку. И все, и забудем про него лет на 5. Наверное, так. А там наверху наш дом, который будем строить участок. Там уже что-то будем делать. А здесь, блин, пока эту дорогу сделать, я даже не знаю, сколько она пройдет лет и времени. Забегу наперед. Нам насчитали в трех разных фирмах за пересадку наших же сосен 90 тысяч рублей. Мы, конечно же, от этого отказались. Приняли решение большую часть сосен просто срезать и оставить примерно 10 штук на участке. На неделе поедем, купим триммеры и приедем косить траву.